Здравствуйте, в эфире национального телевидения «Чуваши», информационная программа «Республика» в студии, Ольга Пырочкина. И сегодня в выпуске. Трудовые ресурсы и семейные ценности. Глава Чувашии Михаил Игнатьев посетил Алаторский район республики. Праздник старый, формат новый. Оргкомитет по проведению Дня республики начал работу. Папа может все, что угодно. В столице Чувашии выбрали самого лучшего отца. Сегодня глава Чувашии посетил с рабочим визитом Шамуршинский район. Михаил Игнатьев провел встречу с руководством муниципалитета, принял участие в совещании, в ходе которого были подведены итоги социально-экономического развития Шамуршинского района в 2015 году. В ходе встречи с главой Шамуршинского района, председателем собрания депутатов района Минером Хамдеевым и главой администрации Шамуршинского района Владимиром Денисовым были обсуждены вопросы пополнения доходной части бюджета муниципалитета, развития сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, строительства жилья. На совещании глава администрации Владимир Денисов сообщил, что в 2015 году консолидированный бюджет района исполнен по доходам в сумме 248 миллионов рублей. Доходы снизились на 11%. На 1,5 миллиона рублей меньше стали поступления от НДФЛ. Глава администрации обозначил имеющиеся резервы. И основными задачами летом является у нас увеличение поступления от продажи аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, активное выявление постановок на учет объектов недвижимости, как бесхозяйных, с последующей приватизацией, ужесточение контроля за своевременной уплатой арендных платежей. На совещании также говорили о необходимости привлекать инвестиции в развитие фермерских хозяйств. В числе первоочередных задач назвали подготовку к весенне-полевым работам. Рабочую встречу глава республики проводит почти ежедневно. Накануне он был в Алаторском районе, где с главой Алексеем Смирновым и главой администрации района Николаем Романовым обсудил перспективы развития сельского хозяйства. Николай Романов доложил, что в этом году вся посевная площадь составит 29 тысяч гектаров. На 2 тысячи больше, чем в прошлом. Готовность техники на сегодня 90%. До 1 июля район планирует завершить регистрацию невостребованных земельных долей. Как отметил глава Чувашии, введение в севооборот необрабатываемых земель – важная задача для всего региона. Сколько тысяч в оборот? Значит, в прошлом году ввели 4. В этом году где-то чуть больше 2 планируем ввести. Сколько еще останется? Значит, 6 останется. Тысяч? Да, 6 тысяч. Это же огромный ресурс. Это огромный ресурс. И дело в том, что вот это вот Засурье, песчаная зона, вот Сойдино, Старая Беси, Первомайка, земли сельхозназначения, но они долевые. Работаем с Россельхознадзором, чтобы наказывали этих долевиков. Если на самом деле они не хотят, надо изымать преимущественно право в ваших руках. Эта тема стала одной из ключевых на расширенном заседании собрания депутатов Алаторского района. Республика намерена поддерживать самые интересные агропроекты. За прошедшие 4 года действия программы «Поддержка начинающих фермер» 7 крестьянских фермерских хозяйств выиграли конкурс и получили государственную поддержку в виде гранта. В 2015 году на развитие сельского хозяйства оказана государственная поддержка на сумму 59,4 миллиона рублей или 133,2% к 2014 году. Малые формы хозяйственные продолжили дальнейшее развитие. С начала реализации национального проекта развития АПК почти каждая вторая сельская семья района воспользовалась льготными кредитами на развитие личных подворий на сумму 816 миллионов рублей. Малый и средний бизнес – источник пополнения бюджета района. За 2015 год его не удалось задействовать в полной мере. Министр финансов Светлана Янилина уверена, что собственные доходы могли бы вырасти в разы за счет эффективного сбора налогов и борьбы с неформальной занятостью. Минтрудом были доведены целевые показатели по уменьшению скрытой серой занятости, целевые индикаторы были доведены, это 770 человек. И, как видите, на слайде практически работа не проведена и не выявлена. Ну, в общем-то, на сегодняшний день мы имеем нулевой результат. Я вот также на слайде посчитала, если бы вот этот 770 человек выявилось и, соответственно, определилась бы заработная плата даже размером урод, исходя из норматива отчисления НДФЛ,
считала вот доходы местного бюджета. То есть это позволило бы еще увеличить собственные доходы Алатырского района на более чем на 10%, 11,2%. Вот где наши резервы, где мы должны работать. Развитие предпринимательства – это еще и новые рабочие места. Будет где работать и жить, тогда молодежь не станет уезжать из родных мест, сказал Михаил Игнатьев и тут же внес конкретное предложение. Мы можем по программе «Молодая семья», по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» выделить больше средств для развития бизнеса, для развития реального сектора экономики. Но вы должны найти место, где эти специалисты будут жить, или мы должны в совместной деятельности, совместно с предпринимательским сообществом построить один хороший, прекрасный микрорайон или населенный пункт и назвать вот деревня 21 века, где будут все условия, все удобства. Люди будут ходить, гулять, радоваться, улыбаться, на великах кататься. Но для этого должен развиваться бизнес. Нам нужна аргументация. Вот я готов практически совместно с депутатами Государственного совета, с коллегами своими все это скорректировать. Примером многолетней добросовестной работы стали трудовые династии. С ними глава республики встретился после заседания. Сульдины Рузавины 136 лет отдали лесной промышленности. Их династия началась с Валентина Григорьевича. Он родился в селе Алтышево и 41 год проработал на местном лесокомбинате. Сегодня семью возглавляет Геннадий Валентинович, заместитель директора Алатырского лесничества. Любовь к природе он передал и своим детям. Династия как бы дает преимущество, то, что работая, всегда знаешь, что за плечами стоит старший, который больше знает и глубже в этой отрасли. Всегда он может подсказать, помочь в своей работе. Общий трудовой стаж членов семьи Прокашенковых-Марушиных – 204 года. 8 лет назад они открыли свое деревообрабатывающее предприятие. Теперь лес для них еще и семейный бизнес. Если привыкли трудиться с детства, так вот и пашем до сегодняшнего дня. Это, ну, останавливаться не приходится. Работаем, наращиваем темпы, объемы, стараемся быть полезным обществу, людям, привлекать им на население поселка, трудовой ресурс. Люди не разъезжаются, стараются остаться и быть нужным семьям. Такие люди неравнодушны к проблемам районного масштаба. На встрече обсудили качество местной питьевой воды и развитие дорожной инфраструктуры. Решение этих и других вопросов станет приоритетным для администрации района. Анастасия Алексеева, Олег Якимов, Республика. Сегодня в Доме правительства прошло заседание антитеррористической комиссии. В числе основных вопросов – итоги работы комиссии в Канаше и Канарском районе, оценка степени защищенности объектов транспорта. Кроме того, был утвержден календарный план работы на этот год. Главы администрации муниципальных образований рассказали о мероприятиях, направленных на профилактику и противодействие терроризму и экстремизму. Отдельной темой стал разговор о защищенности социальных учреждений и объектов с массовым пребыванием людей от возможных чрезвычайных ситуаций. Было отмечено, что в Канаше и в Канарском районе сохраняется стабильная обстановка. Участники заседания обсудили также меры по защите объектов транспорта и транспортной инфраструктуры. Сегодня в Доме правительства говорили о празднике, но не о предстоящем 23 февраля, а о Дне Республики состоялось первое заседание Организационного комитета. В День Республики перед жителями опять станет непростой выбор, куда пойти. 23 и 24 июня проходят сотни мероприятий. Обсуждать программу этого года начали с самых масштабных. Так, уже определены основные темы 9-го Чебоксарского экономического форума. Это доступность финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса, возможности экспорта, импортозамещения, направление развития аграрного бизнеса. Форум уже по традиции пройдет 23 и 24 июня на двух площадках – в Театре оперы и балета и в Национальной библиотеке. А вот выставка «Регионы. Сотрудничество без границ» сменит место дислокации. Участники совещания отметили, в прошлом году в Ледовом дворце было очень душно и жарко. Сейчас проходит отбор, но вероятнее всего выставка вернется на площадке «Экспо-контура». Фестиваль «Родники России» тоже значится в программе этого года. Главная идея фестиваля «Родники России» – стать объединение людей разных профессий, огромному хороводе народного творчества. В ходе праздника будет проходить традиционный шествие по центральной улице города Чебоксары. Новшество у нас – праздник народных костюмов будет в этом году новый.
В год кино Министерство культуры предлагает конкурс «Народный репортаж». Авторов самых интересных видеоматериалов на тему Дня Республики планируют наградить в День города. Есть еще предложение. 23-го – это открытие родников России. Просто шествие, ну это, наверное, тоже надо поменять формат. И сегодня мы понимаем, что на творческий бульвар в рамках Дня города выходит большое количество всех граждан. Почему? Потому что они сами делают это мероприятие. То же самое по Дню Республики районы должны тоже себя представить. Сегодня все условия для этого есть. До утверждения основной программы праздника еще есть время. Оргкомитет ждет интересных предложений. Сегодня в Чувашии начал работу молодежный форум «Крым, Чувашия, Севастополь». К нам приехали представители органов власти национальных культурных объединений Чувашии и казачества. Согласно переписи населения 2014 года, в Крыму проживают более 2500 чувашей. Недавно на полуострове была создана национальная культурная автономия. Наша задача – это объединить вот этих всех наших чувашей, которые проживают в Крыму, сохранить традиции, чувашский язык, культуру чувашского народа. В перспективном плане мы хотим открыть школу чувашского языка. Тем более сейчас мы очень хорошие отношения наладили с ЧГУ. Будем наших выпускников средних школ будем отправлять сюда на обучение. Молодежь более активная, всегда готова к диалогу. В программе форума дискуссионные площадки по различным темам. Образование, молодежная политика, экономика и предпринимательство, культура и искусство. Уже удалось договориться с Чувашским государственным университетом. Предполагается обмен студентами. Говорили на форуме и о возможных экономических связях. Неплохо вернуться к организации отдыха в Крыму, ведь когда-то многие предприятия имели возможность сделать это для своих сотрудников. Что все знают о Крыме? В первую очередь, Крым – это уникальная, конечно, географическая природная территория. Это и горы, и степи, и море, и леса, и поля. И это не только рекреация на самом деле, не только оздоровление. Хотя, конечно, в первую очередь все едут в Крым отдохнуть. Вот. Конечно, я приглашаю всех в первую очередь именно отдохнуть в Крыму, но мы сейчас с помощью в том числе и субъектов Российской Федерации, и при активной помощи Чувашской Республики, за что еще раз большое спасибо, развиваем и другие отрасли экономики. В составе делегации Крыма представители казачества. Они тоже уже выстроили совместные планы с местными казаками. Будем совместные военно-полевые лагеря проводить, так скажем, кадетские классы организовывать. Потом у нас планируется большое мероприятие. Мы же входим в Российскую Федерацию спорта конного. Ну, а в этом году планируется в городе Севастополе на базе Байдарской долины провести всемирные конно-спортивные игры. Соглашение о сотрудничестве, подписанное в прошлом году главами регионов, принимает реальные очертания. Предприятие Чувашии участвует в поставках изделий для строительства энергомоста, организации школьного питания, композитных материалов. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Олег Якимов, Республика. И к другим новостям. Ежегодно при поддержке Республиканской организации инвалидов войны в Афганистане проходят встречи курсантов Сызранского летного училища с чебоксарскими школьниками. Накануне Дня защитника Отечества тема патриотизма, выбора профессии более чем актуальна. Школьники с интересом слушают рассказы о службе в училище. На этот раз курсанты даже провели виртуальную экскурсию по училищу. В сердце каждого курсанта, то есть, как горит за родину, вот, и все больше и больше хотят летать, учиться и все, продолжать службу. Мы уже на втором курсе обучаемся, ни о чем не жалеем. Хочется быстрее уже сесть за штурвал и самому начать самостоятельные полеты. Такие встречи со школьниками Чебоксарской средней школы номер 10 уже стали традиционными. Наша задача, если мы сегодня говоря о родине, о защите, вспоминая фронтовиков, афганцев, Северный Кавказ, естественно, мы будем говорить о выборе профессии военного. Уникальная сегодня возможность. Наши питомцы, нашей организации «Инвалид войны в Афганистане» республиканской сегодня находятся в отпуске и имеют возможность общаться с старшеклассниками. Из 900 курсантов Сызранского летного училища, набранных за 3 года, 30 – наши земляки. С каждым годом все больше ребят выбирают профессию военного вертолетчика. Критерии отбора жесткие. Для поступления необходимо сдать ЕГЭ по математике, по русскому и по физике. Ну и иметь хорошее здоровье и физическую подготовленность.
Желаем всем ребятам из Чувашской Республики поступить в наше родное училище, освоить профессию военного вертолетчика. Это даст вам большой шанс в будущем. У вас будет достойная мужская профессия, которую будет не стыдно сказать. Вы будете защищать Родину. Поступайте в наш СВУ. Родион Архипов, Расиль Мухаметов, Республика. Традиционный конкурс «Самый лучший папа» в этом году имел вполне определенную направленность. В нем приняли участие отцы семейств, работающие по рабочим специальностям. Кто стал лучшим в этой ответственной должности, расскажет Юлия Важенина. Он ходит с ребенком в походы, учит кататься на лыжах, коньках и велосипедах. Виртуозно чистит картошку и завязывает самые красивые бантики. А еще он лучшая в мире лошадка. Под это описание подходит каждый из участников конкурса «Самый лучший папа». Сегодня в столице Чувашии выбирают суперотцов. Может все, что угодно. Эти строчки из всеми любимой песни Владимира Шаинского знает каждый. И на конкурсе мужчины демонстрировали свои таланты в соответствии с трендом. Пели, танцевали, рассказывали стихи. Ну и, конечно, презентовали любимые семьи. Просто хотел со своей семьей и больше объединиться, что ли. И поэтому и показать всем, какая у нас семья хорошая. Вот уже в 10-й раз в Чебоксарах папы города соревнуются за звание самого-самого. А попасть на конкурс в юбилейный год было не так-то просто. Из 21 желающего в финал прошли только 8 самых активных пап. Мы не всех допустили, потому что каждая семья самого лучшего папу понимает по-своему. А мы вот представляем тех пап, которых мы хотели бы видеть в обществе. Это папа, который успешно себя проявил на работе, он многого достиг в производстве, на какой-либо другой работе. Папа – защитник Отечества, спортсмен. Папа-механик, папа-техник, папа-инструктор по физкультуре, папа-сварщик и папа-шоумен. За 8 минут им надо было как можно лучше и оригинальнее представить себя и свою семью. Я думаю, такие конкурсы, они просто необходимы, потому что все-таки семья – это самое главное, и в очередной раз доказать это самому себе, я думаю, отличная возможность, поэтому и участвую. А вдохновляла каждого из пап большая группа поддержки. Я очень рада, что папа участвует в конкурсе. Я очень люблю своего папу, он у меня самый лучший. Папа-наладчик станков с программным управлением Вадим Платонов готовился к конкурсу целый месяц. И как оказалось, не напрасно. Именно его жюри признало самым лучшим папой 2016 года. Очень волнительно, конечно. Но я рад, что вроде прошло все гладко. Огромное спасибо за поддержку, которая находится в зале. За волю к победе наградили каждого из участников финала и даже тех, кто только подал заявки на участие. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. На сегодня это все новости. Я с вами прощаюсь. До свидания.